В нашем регионе молодежь всегда принимает активное участие в политической, патриотической, экологической и других сферах общественной жизни. Именно для сплочения таких активных, инициативных молодых людей был организован 6-й партийный форум регионального отделения партии «Единая Россия», посвященный молодежной политике. Я хочу, чтобы молодежь в этих форумах она заряжалась, она выходила с новыми мыслями. Вполне возможно, она нам давала что-то новое, потому что мы черствеем, по большому счету, с возрастом. А нам нельзя. Мир не стоит на месте. И в этой части мы готовы слышать молодежь. Здесь собрались представители органов власти, депутаты и активисты молодежных общественных организаций. Задачей форума было выслушать и отобрать для реализации самые интересные идеи, озвученные участниками. Интересы молодежи меняются, и приоритет начал выходить. На первой строчке – это бизнес, место работы, мой социальный статус. Вот этот перелом для нас был самым-самым главным. Потому что менялось мировоззрение самих молодых людей, и они понимали, что жизнь новую нужно строить совершенно иначе. И появилось желание что-то сделать такое, которое бы действительно нам всем было понятно, что молодежь у нас не просто перспективная, хорошая, мудрая. То, что она сегодня многое может. Сегодня давайте вместе с вами выработаем те рычаги, те механизмы, которые, может, у нас буксуют. Или давайте подумаем, что нужно сделать власти, чтобы молодежь у нас в Омске действительно ни в чем не нуждалась, или, по крайней мере, было в этом более комфортно. На встрече говорили о проблемах молодых предпринимателей, развитии спортивных клубов, трудоустройстве выпускников, привлечении студенческих объединений для реализации различных проектов и многих других вопросах, волнующих омичей. Лучшие из прозвучавших предложений будут внесены в программу партии «Единая Россия». Тут у нас рассматриваются вопросы по экономическому развитию нашего города, как это видят молодые кандидаты, да и в принципе молодежь, профсоюзная деятельность, именно молодежная профсоюзная деятельность, некоммерческая деятельность молодежных организаций, некоммерческая деятельность, как раз таки, которая связана в том числе с коммерческими организациями. Вот лично я выступал по направлению важности вклада некоммерческих молодежных организаций в развитие нашего города. В первую очередь это общение, во вторую очередь это можно развиваться, то есть на таких диалоговых площадках можно находить то, что именно интересно будет человеку, ему по душе, и вот в связи с этими интересами дальше как-то строить свою жизнь, то есть во взрослом уже возрасте это такой хороший старт. Как ни одно молодежное мероприятие, форум не остался в стороне от крупнейшего события 2017 года – Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Всех гостей Омского форума встречали символы сочинского фестиваля – Василисы, а волонтеры рассказывали всем заинтересованным, что ждет российскую, мировую и, конечно, омскую молодежь в октябре.